Минасан, кончила. Это канал Тачико ТВ. Сегодня последний день октября и подошел к концу период страшных вечеринок на Хэллоуин. Ну а мы поставим точку не менее страшными идиомами с такими словами, как кровь, кишки, печень и другими. Итак, приступим. Первые идиомы, которые мы сегодня разберем, будут со словом печень. Печень по-японски – кимо. Идиома кимо ни мэйдзиру имеет значение запомниться, запечатлиться в сердце, в памяти, оставить неизгладимое впечатление. Например, каре но чюкоку о кимо ни мэйдзите васуреру на. Каре но чюкоку о кимо ни мэйдзите васуреру на. Прислушайся к его совету. Или, точнее, запомни его совет и никогда не забывай. Или еще один пример. Википедия не какарете иркото га синдеару то ва кагиранай то цуны ни кимо ни мэйдзиру хицуё га ару. Ты должен всегда помнить, что то, что написано в Википедии, не всегда является правдой. Следующие два фразеологизма – антонимы по значению. Кимоно чисай и кимоно футой. Маленькая печень и толстая печень. Кимоно чисай – маленькая печень, имеет значение малодушный, робкий. А кимоно футой – толстая печень, означает смелый, отважный. Дальше рассмотрим идиому кимо о суэру. Буквально установить печень, в значении собраться с духом. Например, каре ва кимо о суэру тамени саке о нонда. Каре ва кимо о суэру тамени саке о нонда. Для храбрости он выпил саке. И еще одна идиома со словом печень. Кимо о кесу. Кимо о кесу. Буквально погасить печень, выключить печень. В значении сильно испугаться, душа в пятки ушла. Например, кюни курай суми кара нанико га угойта ноде акико ва кимо о кесита. Внезапно в темном углу что-то зашевелилось, и акико обмерла от испуга. Дальше рассмотрим несколько фразеологизмов со словом кровь. Кровь по-японски чи. Чига нобору. Буквально кровь поднимается, кровь приливает к голове. В значении приходить в ярость, терять самообладание. Например, атамани чига ноботте дзюно хикигане о хита. Атамани чига ноботте дзюно хикигане о хита. Он потерял самообладание и нажал на курок, выстрелил. Следующая интересная идиома. Чиде чио арау. Буквально мыть кровь кровью, в значении ссориться с родственниками. Пример употребления. Чиде чио арау арасои тонатта. Чиде чио арау арасои тонатта. Они ссорились со своими кровными родственниками. И последняя идиома со словом кровь. Чимо намидамо най. Чимо намидамо най. Дословно нет ни крови, ни слез. В значении бессердечный, черствый. Например, чимо намидамо най отокуда. Чимо намидамо най отокуда. Черствый, бессердечный мужчина или парень. Дальше фразеологизмы со словом кишки. Харавата. Первая идиома харавата га не кури каэру. Харавата га не кури каэру. В значении закипать от злости. Буквально кишки бурлят. Например, соре омой дасто харавата га не кури каэру. Соре омой дасто харавата га не кури каэру. Когда вспоминаю эту, просто закипаю от злости. Вторая идиома харавата о какимусиру. Буквально рвать кишки, в значении терзать чье-либо сердце. Например, сорео кейте, харавата о какимуширареру о мои гаста. Услышав это, мне показалось, будто сердце мое разрывается на части. И еще две похожие идиомы по значению. Первое, харавата о тацу, резать кишки, в значении
разбивать сердце. Например, хароватао тацу йона, душераздирающий. Хароватао тацу йона. И вторая, тоже похожая по значению идиома, хароватага чигиреру. Хароватага чигиреру. Пример употребления этой идиомы. Каноджо то вакаренакареба наранай то умоу то хароватага чигиреру умой датта. Когда я думал о том, что должен с ней расстаться, мое сердце разрывалось на части. И еще одна идиома со словом кишки. Хароватага кусару. Буквально кишки портятся. В значении испорченный человек, человек с гнильцой. Например, хароватано кусатта нинген. Или хароватано кусатта отоко. Теперь пара идиом со словом хонеми. Хонеми переводится как кости и мясо. Первая идиома – хонеми о осимадзу. Хонеми о осимадзу. Значение этой идиомы – не жалея себя. Например, карева хонеми о осимадзу хатарайта. Карева хонеми о осимадзу хатарайта. Он работал, не жалея себя. Не жалея своих костей и своего мяса. Если буквально. И вторая идиома – хонеми ни котаэру. Хонемини котаэру. Буквально отвечать своим костям и своему мясу. Глагол котаэру в этой идиоме мы можем заменить другими глаголами, такими как тессуру или шимиру. Хонемини тессуру, хонемини шимиру. Значение этой идиомы пронизывает до костей, доходить до сознания, западать в душу. Например, хонемини теште сиру. Узнать на своей собственной шкуре, знать по своему горькому опыту. Сегодня у нас уже были идиомы в значении душераздирающие. Рассмотрим еще одну, но со словом легкие. Легкие по-японски хайфу. Идиома звучит так. Хайфу эгуру. Хайфу эгуру. Буквально ковырять легкие в значении задеть за живое. Душераздирающий хайфу эгуру йона. Хайфу эгуру йона. Например, душераздирающий крик. Хайфу эгуру йона сакеби. Вот такой вот хайфу эгуру йона сакеби. Это была последняя страшная идиома на сегодня. Цудзуку. Что по-японски значит «продолжение следует». Подписывайтесь на мой канал. Давайте учить японский вместе. Спасибо, что смотрели это видео. Дзяне!